Значит, темный лес здесь был, да небес, коль назвали станцию темный лес. Только не в названии том беда, разлучают станция поезда, твой на север следует, мой на юг, ускоряя верстами сердце стук. Но не сможет счастье нас обойти, ведь на встречах держатся все пути. Вельми цікавыя выпадкі здараюцца час ад часу з нашымі жыхарамі, уражэнцамі вёскі Цёмны лес. Калі каму-небудзь кажаш, што ты з вёскі Цёмны лес, людзі не вераць. І калі я аднойчы заказвала нешта па інтэрнэт-магазіну і назвала свой адрас, спачатку усталявалася такая цішыня, а потым людзі пачалі смяяцца. Вы сапраўды з вёскі Цёмны лес? Тут некалі сярод густога, непраходнага лесу з'явіліся першыя жыхары. Гэта было ў другой палове 19-га стагоддзя. Во-первых, здесь железная дорога. Одно. Второе, школа. Здесь два частных предприятия. Максим Леспром и Ник Леспром. Это, я бы сказал, то, что дает даже для района выполнение прогнозных показателей по валюте. Здесь содержали огромнейшее количество животных, сейчас немножко меньше, но тем не менее при том поголовье, которое есть, 14 голов в частном секторе, мы надоили по прошлому году, вот сдали государству 35 тысяч килограмм молока. Ну что у нас есть? Куры есть, поросята есть, корова. Вот, могу показать, посмотрите. Вот это кур. Зорька, в июне телиться. Роха. И ее дрессированный. Ну, деревня как-то жить без хозяйства. Это уже привыкли. В 6 часов встаем утра. Летом раньше. И вот целый день то огород, то дом. И вот так. Так и вся жизнь идет, да? Зато не скучно. Это вот молоко от нашей коровы сегодня надоили. Вот такое у нас. Это сыр свой домашний тоже сделали. Ну, это наши поросята дают продукцию такую. Грибы у нас водятся, боровички. Ну, свои огурчики, помидорчики, все свое. Вот. В нашей жизни все хорошее. Это в те годы, когда я 70-е, 80-е годы, не то было. Как говорится, продуктов меньше было в магазине. А сейчас на выбор, что хочешь есть. Все есть. Сегодня свидетель дочь день рождения, она ей сегодня коровка наша подарила подарок. Ночью отелилась. Вот у наша комета. Сегодня родила нам Зорьку. Маленькая совсем еще крошка. Ой, какая хорошенькая. Ой. Вот здесь у нас телочка в прошлом году нам Лада родила. Звать ее Светка, как и меня. А вот здесь у нас есть бычок. Ничего себе! Тимоха его зовут. Это вот от нашей рябы, от белой коровки.
Поработать, конечно, надо, но это доставляет удовольствие. Когда это нравится, тогда это делаешь с удовольствием, конечно. А вам нравится? Вообще я люблю очень, когда много молока. Я не знаю, наверное, с детства меня приучили родители. У нас дома было хозяйство. Ну, как бы, люблю, когда много молока. Во-первых, в наше такое время сейчас это большая помощь, поддержка. Им сдаем мы молоко в совхоз, получаем за это деньги. И себе, как бы, есть у нас и молоко, и сметана, и творог. Как бы не приходится ходить в магазин. Доченька большая помощница, она уже и корову умеет доить. А мне кажется, вы такая гламурная барышня. Она у меня очень хозяйственная, очень. На такое хозяйство нельзя не уметь доить корову. Нравятся вам коровы? Конечно. Мне кажется, они слишком большие. Она все лето вот телятками носила, водила их и в поле, помогала нам. И назад пригоняла. За что нравятся коровы? Что в них такого? Они добрые, хорошие. Доставляют много радости. С ними весело. Ну, ладушка, ладно. Люди хорошие, добрые. Дети веселые, мы видим. Дети, конечно, веселые. Кем хочешь быть? Космонавтом. Яромир? Да. Красивое имя. Кто так тебя назвал? В честь хоккеиста мои родители. В честь какого? Яромира Явра. Я не знаю. Ну, хоккеистом будешь? Нет, футболистом. Кем стать хочешь? Строителем. Что, строить будешь? Дома. В темном лесу? Да. Последний пример. 16. Черри правильно, тетрадки правильно положили. Я тетрадь свою открою и наклонно положу. Я учусь читать, писать. Хочу стать врачом. За что тебе нравится твоя деревня? За то, что я в ней живу. Как посмотреть? Многие, может быть, и останутся здесь, а некоторые, может быть, и уедут, да. Как бы вы хотели, чтобы они остались или уехали? Ну, конечно, хотела, чтобы остались, потому что, чтобы жила наша деревня, процветала. Снеговик за минуту назад. Да лицо ему сделать. Живут здесь очень хорошие люди, а дети у них самые лучшие, я думаю, потому что они ходят в нашу школу. Мы их любим как своих родных детей. И нам всегда с детьми, с нашими, очень хорошо и комфортно. Кто же это такой с абажуром? Это шапка такая. Да. Тихо. Вот обжитый крестьянин.